Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем, я опять научился, потому что мне не дали бандит. Пошли фармиться. Стойте. Идем туда идем фармить, Да, попробуем. Там падают хилки. Смотри, чекай, сейчас кто-то уйдет сразу направо. Кэтибара. Но мне хилки не нужны, у меня есть герой книжка. Идем, команда, там все дела, да. Мне не нужны хилки, я команда. Я могу соло фармить спокойно. Вы мне не нужны, если что. Нет, это понятно, а волну как жить потом? Без хилок-то. Свини. У меня 800 хп. А, так они легкие. А остальным волну как жить? Легко, вы фармите хилки, хиляетесь. Я вас буду хилять, у меня билка хиляет. О, медик здоровенный. Он с мясами. Да. А, ты ближник? Хорошо, что я тебя банит взял. Это карта The Universal, что-то ремейк. Эф ничего не делает, да? Блин. Со мной в голосе находится Акакий, лентяй, анонимный который. Фанат. И... Мясо. Мясо только смотрели, правда. А, я съел все мясо. Еще всего 8. Всего 8. И тунат. Я 0 взял, я не знаю, мясо. Я тоже не взял. Всем привет. У лентяя было все мясо. Он вот лежит тут мясо. Мясо не лежит, мясо только живое ходит. Я вообще ни кусочка не вижу. А вот лежит, я вижу. А, да, он да, я тоже вижу. А, нет, показалось. Он с его расстояния берется, я понял. Дракон! Да дракон, за дракон! Убегай, нет, он сильно у нас ковыряет. Ну 2800 хп всего. Кстати, да. А 2800? Да. У меня было 3 черта, я с ним не пришел просто раз. Можем с ним подраться. Нет, ты просто слабый. Мы точно не осилим. Ой, Аленьку мы посмотрели. А, кстати, да, есть шанс, что выпадет мясо вообще из любого. Вообще, сейчас прям получше, я просто да. Уже уже третий уровень. Волна идет. А почему без объявления? Ну, тут нет объявления, тут волна еще не началась. Это камни, нормально все. Это тестовая это волна. Это элементарь, какие? Это элементарь. Это нормально, тестовая волна, все. У нас хп сняло. Смотрите, дракона вольнем по-быстрому. Дракон проснулся. Мы скорее всего, не сможем, давай попробуем, ладно. Да, он уже у него 36 урона. Вы зря. Ну, если ладно. Нормально, пробиваем даже по чуть-чуть. Нет, 36 это он нас сейчас пробивает просто. Не, нормально. Надо стены, кстати, поставить. Ты говорил в прошлый раз. Да хватит меня бить. Свини. Вот, мы валим его, давай. Че он меня, говорит, кусает? Как я впервые... Да, че за фигня? Я вроде взял мясо, оно мне не взялось. Не, ну что ты можешь взял, но улетает же наверх в сату сразу в эту. Ну да, да, а, да. Там куча мяса и хилы просто было маны. Да, спасибо. О, волна, бежим, волна. Спасибо, ребята. Короче, полезно не было. Пошли на волну. Момент настал. Я не вижу. А право, где она? Сверх, на волну пошли, Тунат. Сверх. На волну, Тунат. Тунат, ты как туда? Опять вот. Баганулся, как вот. Ты это делаешь? Вот руины, да, понимаете. Сабинка заскакивает туда. Уйдите дальше от камня, Алис, уйди дальше от камня. Они я дальше не плевать. Так они сейчас загрузят тебя и заходят в камень. Да я тоже вещь возьму, подожди. Короче, Туна, после прыжка примагничивается, да, но сразу отвязывается, я не знаю. Что там слева идет? Там слева элементы, элементы идут, держи элементов, и пауки ядовитые. А, у нас пауки ядовитые второй волной были. Вот что нам не понравилось. Вот первой волной, это первая волна была. У нас пауки идут, смотри, у них не было-то. Подожди, Mask of Death, а где Mask of Death? А у нас они второй были, когда мы с Акакием были. О! Смерть, это вот этот артефакт за... Камни? Держи камни. За гем. Ребята, помогите. Тебя не спасти. Дайте камень какого-нибудь врага. Иду. Че, идем дальше свинок фармить? Бегу. Свинки мне как понравились, ты, кстати. Ты умудрился прыгнуть. Катибар, давай ты ближе. Погоди, я придумал. Да, сейчас давай пофармим их, прокачаем их до уровня, посмотрим, что с ним будет. Там немного осталось. Выпали камни, я камень подобрал. Конечно. И типа... Он... Бегу. Держись. Я просто не знаю, мне нужно реально один камень иметь. Ну, должен... Сюда, ублюдки, сюда. Mask of Death, кстати, можно купить за 5 камней. Властил 3%. Да. Не, это за гемов. Кстати говоря, я сейчас куплю. А, я не куплю, нет. Ну, гема одноразовая. Короче, вещь, которую в укалите одноразовая, типа, ты покупаешь вещь, она исчезает сразу. Еще, в смысле? Они роляются, они потом появляются снова.
Я... А, да, если поменять. Они шаляются, а сказали. Давай медведя, медведя бей. Ждать, пока она там будет. Руин. А это мне получается три рерола. Медведя бейте, лицо не сейчас несу. Три рерола, оно рандомно попадает. Так, так, а чтобы купить, мне надо 5 гемов. Просто взять 5 гемов, мне сначала 3 рерола покупать их. Ну, фармить, ждать. Ну, я говорю, то есть мне 3 рерола, 3 рерола. Надо молиться, что там выпадет гем. И ты должен потом купить вещь? Да. Это очень сомнительно. Нет, что, мне кажется, так не работает. Он даст какой-то магазин, что стоит на карте. Вот мне кажется, там должны быть что-то нормальные вещи, а не то, что у нас сейчас. У нас волна потому через 40 нет. секунд, держу в курсе, 40 значит, секунд. Это вообще говно. А кто заметил, что у камня урона... А, нет. А кто-то да, заметил? Ребят, а вы, может, поставьте свои эти камни, пожалуйста, баррикады, а не будете там вот говорить я про что-то? Тоже... А, вы так их решили поставить? А где ты их хочешь ставить? Я уже поставил два. Ну они хотя бы случайно пройдут. Ребята, ты, типа, думаю, я не добью или что? Нет, у тебя, как, еда полная? М? Нет. Ну ладно, я забираю все равно. Я просто скину запула, если мне нравится. Играть с Акаким это как... Ты долго думал. Это как попросить что-то новое. У тебя полное, да? Ну ничего страшного. Дополнишь потом. А мы их качнули. Я не могу. У нас волна. У нас волна, 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 волна. А мы босса убивали в прошлой волне? Купить. Или убийца. Почему? У тебя денег нет. Она как бы на меня не этот. Тут волна идет. У тебя денег сколько? Деньги есть, но... Неудобный, бегаешь, мешаешься по ногам вечно. Спасибо. Тоже тебя люблю. Я тоже себя люблю, а тебя ненавижу, ненавижу. Ненавижу тебя, Сабзайра. Так, меня бьют больно, меня больно бьют. Конечно, потому что я хилс с пыла не взял. Я взял атакующий с пыла. Да ты-то тут при чем? Говорю, меня больно бьют. Ну, вон босс слева, слева босс, кобольд идет. Надо же! Кто бы мог подумать, что оказывается все это время можно было просто поставить камни и не париться. Не, лучше стоять рядом, пропускать их. Что? Вы сейчас будете бегать вокруг камней и просто туда заманить крипов. Так мы его закрыли. А кобольд жарит на тех, на тех, на кого смотрит. Что аккуратно. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да хватит меня жарить, хватит меня жарить. Разве? И раньше это была единственная женщина. А, я умер? Блин, я отвлекся и умер. Ну, конечно, вы все застеляли, кольцо с какой-то на все статы стырил. Лентяй? Босс взорвался. Лентяй? А, что лентяй? Что ты стырил? Не знаю, ничего. Правда? Сам посмотрю, я ничего нет. А кольцо? Так, Sleepers of Agility, Mental Intellectual. А чё это? Ну типа, они прокачались. А, босс поменялся, смотри, босс стал 5-го левела теперь. Там босс прокачался. А, он помощнее дракона стал, между прочим. Какой да, босс? Да. Кабан? Медведь? Да, был медведь, теперь... Так, а дракон может тоже качнулся? Возможно. Смотри, из дракона может драгонба выбить. А зачем он тебе? Волна, волна, да идет, волна, алло. Шарю, что не волна, это просто крипы. Так все равно, так их убей. Надо убивать. Они же крылья снимают хп. Это что за медведь? Прокачался, видишь. Это ну, урса. Он накачался, а не прокачался. А там второй есть, а ты... А, смотри, обычный медведь не исчез. Это просто, короче, да, появился новый. Сильный босс. Только, стойте, пацаны, когда убьем его, не избирайте вещи сразу. Давай посмотрим, да? Что давайте, я-то дальний как бы. Вы обычно все стырите сразу. Ладно, да, крыс. Ты идем, пацаны. Все. Так ты хилс кто там у нас? Лентяй, у меня, кстати, кто? Мясо кончилось. Да я не могу из-за его этого найти хилки. О, книга! Ловкости! Спасибо, что забрали, мне не оставили. Просто Айс убежал жрать, и я спасил ее сразу. Есть, 5 гемов. Я убежал с 7 лапки. Я стырил вещи. А, дракон стал сильнее. У него 57. Ты только... У нас 18 секунд, мы не успеем, уходим дефать. Мы не успеем его убить. Уходим дефать. Бей, давай успеем, все, мы бей его, давай, мы за 30 секунд его убьем. Да мы убьем его, уже приказ, 3 хп уже сняли. Мы не успеем, у нас волна. Нас несут. Мы спокойно успели прийти. Руина ты.
Думай о команде. Я даже дефать не буду. Да какой команде? Мы спокойно убивали бы его. А вот этот человек не думает о команде опять. Укажи мне цель. Есть, браслет ворота, боже, я тебя нашел. Я вас верю. Ну, трындец, ребят, ну мы играем команды все. Если, значит, если дефаем, значит дефаемся все. А не так, что кто-то фармится, кто-то дефается. Что за фигня? Так, за 20 секунд все приходят, и все. Я не хочу РМК по 20 раз. Я хочу записать моя один четкий скил, видосик. Моя ульта это скилл АК, это скилл этот Алекс, только большой. Какой скилл? У меня нет скиллов. Ты запортируешь, тебя ветерок посылает. Да нет у меня ветерка, это не мой ветерок. Че вы на меня это все гоните? Запарили. У меня нет ветерка. Откуда у тебя 7-й левел, погоди. Ну, пошел, возможно, особо фармлюсь, да? А че он крыса? Нет, я упуздал. Ты посмотрел, что ты моего медведя, у него атаки больше, чем у вас всех. Вопрос, откуда где? Где здесь взять было, крутые здесь вещи? Здесь. Где взять крутые вещи, кто знает? Ой, ой я... Был, где? Да нет, еще более крутые, это все фигня. Не знаю. Я пытаюсь вокалист покупать что-то как-то. Ну, конечно. Так, там... защита, конечно. Лентяй сразу, приканулся. Я вообще не понял, о, что это было. А что, босс умер, да? Да, секьюрити. Да. Так, я пошел дальше. Погнали есть этого дракона. Да иди в жопу. А, ну и пошел он. Блинков тут дерево падает, там что? Там падает гирьгема. А что за гема? Там-то гемы падают. Надо туда. Где? С этих дедов? Не важно. Ну да, я на них и фармлюсь, поэтому с ними спущу деньги падают. О, а тут тоже этот ходит. А, смотри, он знает и молчит. Смотри, какой мышь. В смысле, тут написано, он знает и молчит. Где написано? Знает и молчит, а он знает и молчит. Ой, я их покачал. Тут батрак бегает. Конечно. Пора уравнять чаши. Почему у меня пишется, что у меня 11 из 11 еды, а тут их... О, тут, кстати, стали свинки появляться. А у меня как бы всего... А у меня всего 10. Как сидятся? А что, их книги силы с них падают? С них все книги падают. А, да? У тебя, смотри, есть типа иконка постройки нежити, и в ней есть мясо. Мясо? Есть? Опа, кто это сильно пришел? Митяй, ты что ли? Вот сильно это слабо, сильно сказано. Ну ты так неплохо не было. У меня пассивка это. Pain strike, ага, increase more damage. Короче, у меня. С них теперь гемы не падают, зато падают книги. А мы че уже? Третьего уровня, что ли, качнулись? У меня улетает пассивка. Нет, Ксибар, давай книги лопс ты мне оставляешь, а книги с лекции я тебе оставляю. Да без проблем. Книги? Ах вы гады. Тогда подожди, давай к тебе подойду, чтобы тебя хилять еще. А вы че не сказали про книги-то? Они только начали падать. Лайка, вот так. У нас тоже сейчас книга упала, мне показалось, Лентей. Что именно? Вы что? Там сверху вот это что за волчара, смотри. А, они... Насчет волка не знаю. Овервольф какой-то. Значит... Никого уже не вижу. Смотри, вон он. Волна идет. Погнали. А что никто не сказал? А, я понял, что это спел. Зараза. Это уже волна? Да. А, смотрите, мои камни все дефают. Босс через 10 секунд. Все, они камни вообще не побивают. Укажи мне цель. Мои камни имба. Это 5, пожалуйста, пика. А ты где? Короче, я там две книги инты добил. Короче, заберешь. Стой, чё? Ага, Magic Shop и... Ogre Magic Shop, что? А, вы видели? Маска вот это Steel Sword. Как их пробивать? Мне кажется, ли мы их вообще не пробиваем? Мне кажется, ли наши шотают? В смысле шотают? Ну, что-то непонятно происходит, потому что я по ним бью, типа, но урон вообще не ощущается с удара как будто. Слиппер Фогетти, Клауд Критикал Страйк. Не-не-не-не, урон на самом деле проходит, просто у них 2000 хп, я все понял. А им лицо сносят. Три просто... А, не, они меньше бьют мишки. Ну, у них урон так, но чуть-чуть есть. А, кто-то прошел. Давайте не стоять около этого. Кто-то, да ладно, я съез. А, нет. Они проходят.
А если захотят, они пройдут, видите? Ясно, как это без баланса. А тунат будет у нас с танком, что ли, я не знаю. Вроде силовик. На как я такой думал, тунат где-то. Там кто-то с боссом сражается, вообще мужчины. Мои медведи вообще. Ёшкин кот, он плохо меня одним ударом. Офигеть, у тебя медведь какой сильный. Там бревна пошли, пойду с бревнами сражаться. Так, Claw of Critical Strike. Claw of Hest. Claw of Critical Strike, что такое? Claw of Critical Strike, это и есть. Понял, и... Ты правильно понимаешь, да? Да, у меня есть прыжок со станом. Sleepers of Agility. Тунат, я иду. Ой, тунат, как я... Sleepers... Нет, тебя убьют. Убил, падла. Да, блин, мне надо 400 монет еще, я соберу. Вроде как вещь прикольная. У него вообще жесткий станк, что он станет, я просто плохо помню, с ночью. Я нашел, как грейдить предмет, если что. Ну, типа... Где? А, спасибо, как? Спасибо, что вы помогаете, Катибара. Вот тут. Центр, или как? Ogre Magi Magi Shop. Все прописано. А, ну это я видел, да, это я видел. Ну что вот все прописано? Вот вы такие умные? Нет бы сказать другим лишний раз. Что, все прописано. Не умеет? Нет. Ну это печально. Ну это печально. Это правда жизни. Вот видите, с кем вы себя видели, с кем у вас людей, которые не умеют читать даже. Телепорт. У нас это так... да, есть такой момент. Маску в дед, где купить? Деда, маску. Она фиг вот там в маленьком, в этом шопе, который я калит. Подожди, а кто-то сейчас тратил деревые камни? Я вспомнил, у меня стало меньше. Возможно, он тратит сразу всех. Можно сказать, что вообще это... Ай-яй, хп нет, ай, не хочу умирать. Ну, давай, у кого звук сейчас дерево? У меня 0-2. 0-2, да, у всех 0-2, я понял. Хитрый, я выжил. Оно общее? Да, оно общее. Не, не общее. А, да, общее. 0-4 сейчас стало, да, у всех, да? Почему 0-4? Да. 4 просто. Ну, 0 дерево, 4 камня имеется в виду. А что прикол, уже следующая волна пошла. Нет, у меня 0... А, ну да. Потому что мы долго справлялись. Мы просто еле отбились, ну что за с балансом этой карты? Там просто слабо. Слабо. А еще эти кто башню стабили. Построил? Шипер опагильти, а что за шипер опагильти? Короче, я здесь бесполезно, очень я пошел фармиться. Ой, ёшкин кот, ёшкин кот накидывает только пуль. Я ухожу, потому что меня избивает один на один даже слабый, самый меня слабый карт. Меня тоже избивает, лентяй, но я стою, помогаю. Умираю. Мы сейчас умрем, лентяй, ну что ты вытворяешь? А че, я иду качать, потому что чего я сделать не могу. Что больше. Ты сейчас ты качаешь, нас сейчас снесут к чертям и все. Мясо кончилось, вот это беда, это беда, это не нравится, вот пак не нравится. Вот этой области желтым вот эти нахиляют. Лентяй ушел качаться, прикольно, мы страдались. Втроем, вчетвером. Потому что я там ничего не могу сделать. Так я что, могу слабый. Что ли думаешь, что ты или что? Ты хотя бы дальний, ты издалека смотреть можешь, меня грызут за секунду. Подходи, бей аккуратненько. Не получается, они окружают сразу. Они взрываются, ё-моё. Ну они взрываются и перекапываются даже другого мира. Ну я думаю, то, что если нас будет пятеро, то это, ну, как бы, один фиг будет легче дефать, чем четвером. О, еще одного найдет. Тебе кажется. Не-не, это... Там вместо меня башня, там башня вместо меня. Нет. Я поставил башню вместо себя, дефались. Ну ты потратил наше дерево? Вообще деньги. Нет, да, свои, да. Я нет, сам их копил... Я копил самых. Мы их сами покупали. Смотри, ты сам их строил. Сейчас это 0 дерева, смотри. Оп, 1 дерево, 2 дерева, 3 дерева, 4 дерева. Да, но я один у этого покупал эти дерева. Че у меня босс бьет? Послушника. Только я покупал дерево. Я тоже покупал дерево. Один раз. Врешь ты все. Я за свои кровные деньги покупал дерево, а ты врешь. О, послушник, вообще о чем? На джей, я на понял. Джей, но... Это самое, где купить десмаск? Она послушника. Послушники. Только послушника? Да. Ну, они, ну говорят так. Я ее не нашел, по крайней мере. Это грустно, это очень грустно, мне хочется плакать. Это да. У нас 20 жизней, у нас лентяй сбежал. А ком играет? А, я помню. На этом герое ничего нельзя делать, нормально. Он дохлый и свой. Тебе же сразу сказали. Ты сказал, он поломанный. У тебя все герои поломанные. Ну да. И?
Ты умудрился даже этого героя, за которого я играл, поломать. За карту выпрыгнув. Они закапываются свои копилки, очень удобно. Что валяется? О, камень валяется одна. В смысле товар закончился? Что за фигня? Кто-то покупался классу шаман? Они, короче, отойдите подальше, они перекапываются и закапываются в этот в камень. Да, да, я видел. О, нет. Чел убил. Блин. А, это маленький голем, да? Маленький. Там големы. Големов я убью, бейте его. Я говорю, бей его, голем мне сильный дамаж, да я хотел. Помогу. Вот уж Нил, я говорю, нет, бей боссов, нет, не бьет босса равно. А подожди ты, Steel Sword. А что за фигня? У меня предмет собрался, но он называется по-другому. Что а делать? Вот этот волна, вот этот мурлоки волна уже. А что делать? Мурлоки выходы, что делать? Волну убивать, он меня убили. Да, волна плевать. Ну, правильно, что нам эта волна? Ай, больно. Так. О, босс пошел. Ай, меня убили. Чё-то не кажется, карта недоделанная. Возможно. Ну, возможно. Чё сказать, баланс на баланс, она это... нас опять напал. Демон. Яблый кто-то, да? Если что, я тут. Я пришел с ДФС, если что, давно. Я тут. Да, да. Можете забудете вместе Лентяя в комментариях. С вами был Алекс Бон. Она не Лентяй. Акаки, Тунат и Катива. Всем удачи, всем пока. Всем пока. До новых встреч. Чао.